Так, всем привет. Пока у нас у всех коронавирус, на работу никто не ходит. Дошли руки до того, что собирался сделать давно. В общем, сделал дровокол механический. В основе его червячный редуктор. Сейчас расскажу пару слов о нем, потом покажу его в работе. Собственно, в нем взял на него двигатель трехфазный, 2,2 киловатта, 1450 оборотов в минуту. Редуктор, я не знаю, вот его шильда, она уже никакая, он 20 лет отлежал на улице. Он почти новый, но он лежал долго на улице, поэтому ничего, не знаю о нем ничего. Сделан в СССР, единственное, что я знаю. Его разобрал, там уже смазка превратилась в глину, куча воды, все это почистил и собрал. В общем, вот этот шкив его родной. Сначала поставил на него, и на выходе получалось 53 оборота, то есть довольно-таки быстро и слабо. Он не колол дрова большие и с сучками, и было страшно на самом деле закидывать дрова довольно-таки быстро. А вот сам редуктор, у него коэффициент, передаточное число 20 к 1. И вот вчера я снял вот этот шкив с компрессора, отрезал вал прямо от компрессора и приварил на вал редуктора. Там немного не совпала соосность, его чуть-чуть бьет, но в принципе здесь уже оборотов меньше. Здесь получается сейчас на этом валу 400 оборотов в минуту. Ну и в итоге 1:20, получается здесь 20. Удобно работать. И он начал колоть уже довольно-таки большие поленья. Ну, есть, конечно, поленья, которые с сучками кривые с первого раза не берет. Надо переворачивать, надкалывать. В общем, вот здесь я приварил. Знаю, что нехорошо, не совсем правильно. По-хорошему бы его переставлять через какое-то время, чтобы менять нагрузку на другие зубья, шестеренки. Но я не нашел никакой муфты сюда. Возможно, в дальнейшем переделаю. Сейчас организации никакие не работают, ни токаря, ни фрезера. У меня шток, получается, ходит 45 сантиметров. Так, здесь повесил противовес, когда он вниз идет, не знаю, помогает он или нет. Но я на всякий случай его повесил, по-моему, чуть-чуть ему полегче. Это просто палец старый от мини-экскаватора, сточенный. Штанга у меня это... старый цилиндр нашел от трактора 75-ки. Вытащил из него шток. Это уголок 90 на 90. Тут болт 12 с хорошей прочностью 12,9. И топор. Топор сделал с таким выступом, чтобы надкалывал сначала. Потому что сначала, когда он был полностью, он немного застревал. Большая плоскость, видимо, не очень. Так, вот здесь у меня пятка не доходит до топора 10 сантиметров. Оставил для безопасности. Смотрел видео на ютубе. Кто-то не оставляет. Есть видео, где мужик колет дрова. У него уже отсутствует пару пальцев. Мои уже. Я не знаю, может, он, конечно, не на нем их потерял, но на всякий случай я оставил 10 сантиметров. Мои пальцы мне пока еще нужны. Здесь направляющая двухтавр. Маленький, не стал брать большой. Это стол у меня был. Это с работы выкидывали, я забрал. В общем, я ничего на него не покупал. Все было, все валялось. На ферме все собрал. Я не знаю, как посчитать на самом деле его усилия. Но вот топор он отрывал уже 2 раза. Я его уже проварил двойным швом там. Если еще раз хоть оторвется, конечно, буду кидать уже сюда, у косину. Так, ну вот эти, как держатели, я их поставил, но, возможно, один потом уберу, большие поленья, чтобы закладывать. Посмотрим, они пока еще особо не мешают, но посмотрим. Так, что еще-то?
есть небольшое биение. В принципе, не смертельно. Сейчас я покажу вам его в работе. Если есть у кого-то какие-нибудь идеи, как улучшить, может, кто-то делал, можете написать в комментариях. Может, чем можно его действительно улучшить, чтобы был еще сильней. Ну, кроме замены шкивов, конечно, больше у меня уже нет. Трещало стол.